Всем привет, дорогие друзья! В этом ролике я покажу вам, как скрыть или открыть свои подписки на YouTube. Для этого нам нужно кликнуть по вот этим вот трем черточкам, опуститься в самый низ, нажать «Настройки», далее выбрать раздел «Конфиденциальность». И вот этой функцией мы можем регулировать открытие или закрытие подписок. Лично я открыл свои подписки, и вам советую это сделать. Спросите вы меня, для чего? Если вы нашли это видео, то вы начинающий видеоблогер. А начинающим видеоблогерам потребуется набрать начальную аудиторию. А каналы с открытыми подписками вызывают большее доверие у зрителя, и они подписываются на ваш канал. Если этот ролик был вам полезен, оцените его лайком, а если не полезен, то дизлайком. Также напишите свое мнение о этом ролике в комментариях. Также можете писать идеи для новых роликов в комментариях. Кто хочет поддержать канал материально, ссылка на донат в описании. Также не забывайте переходить в группу в ВК, группу в Инстаграм. Также можете найти меня в ВК и в Одноклассниках, перейти по ссылке в описании или написать мне на e-mail, чтобы связаться со мной по поводу сотрудничества и рекламы. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!